Цель аппаратно-программного комплекса заключается в создании общего системного подхода к обеспечению безопасности. Это комплекс мер с применением видеоаналитических решений. Он призван быстро определить и оперативно отреагировать на нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий. Одинцовский район не стал первопроходцем, ранее систему уже внедряли в других регионах страны. В прошлом году нами изучен опыт построения безопасного города в Нижнем Тагиле, куда командировались наши сотрудники, а также приняты во внимание аспекты реализации в Новомосковске. Система предполагает комплексное наблюдение за жилым сектором, учебными заведениями, инфраструктурой и объектами массового скопления людей. На сегодня уже создана автоматизированная система пожарного мониторинга. Итого охват населения района централизованного оповещения и информирования составил 90%. При этом зоны экстренного оповещения мы довели до 100%. Отдельное внимание участники совещания уделили службе 112. Она призвана решить целый комплекс вопросов, связанных с оперативным реагированием на экстренные ситуации. Теперь вместо того, чтобы размышлять, куда же обратиться за помощью, гражданин может набрать простой номер из трех цифр и получить помощь специалиста. Каждый день операторы 112 принимают и обрабатывают в среднем около 1000 звонков. На сегодняшний день это самый высокий показатель обработки звонков среди всех муниципальных образований Московской области. В 2015 году власти модернизировали муниципальную систему оповещения. Сегодня в базу данных безопасного города планируют внести все организации, работающие в районе. Оператор будет иметь возможность получить подробную информацию по каждой из них. Внедрение подобной схемы предполагает объемную подготовительную работу. Ее обсуждение в районе уже ведется.